Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня мы поговорим о 10 удивительных свойствах всем известного бальзама «Золотая звезда» для нашего здоровья и красоты. Итак, поехали! Бальзам «Звездочка» может реально помочь при сильном насморке. Это свойство звездочки проверено мной неоднократно. Необходимо обработать бальзамом края ноздрей, крылья носа, помассировать звездочкой переносицу. Выполнять такую процедуру следует 2-3 раза в день, и очень скоро от насморка не останется и следа. С абсолютной уверенностью могу сказать, что бальзам «Звездочка» постоянно выручает меня и спасает от головной боли. И только благодаря ему мне не приходится пить обезболивающие таблетки. При сильной головной боли я наношу бальзам на виски, надбровные дуги и затылок. Потом лучше немного полежать, и постепенно головная боль утихнет. Еще одно свойство звездочки, от которого я в восторге, это защита от комаров. Я наношу немного бальзама на волосы, а также на запястья и сгибы локтя. Комары кружат и пищат вокруг меня, но ни один не садится. Также звездочка помогает справляться с зудом после комариных укусов. Нанесите немного бальзама на зудящее место, и скоро неприятные ощущения сойдут на нет. Про этот интересный лайфхак со звездочкой я узнала в интернете и собираюсь его попробовать. Наносите небольшое количество звездочки на брови, это сделает их более густыми и выразительными. Еще один лайфхак, про который я узнала в интернете, это польза звездочки от растяжек. Наносите тонкий слой звездочки на растяжки, и со временем они станут гораздо менее заметными. Оказывается, звездочка может помочь и при депрессии. Втирая бальзам в виски, надбровные дуги и затылок, вы будете лучше спать и вернете душевную гармонию. На больное место нанесите бальзам, тщательно вотрите его. После этого для прогрева пораженного участка замотайте его полотенцем или любой другой тканью. Облегчение должно наступить через несколько часов. Если у вас на коже появился болезненный прыщ, который никак не хочет созреть, нанесите на него тонким слоем звездочку несколько раз в день. И очень скоро прыщ вызреет, и его можно будет аккуратно удалить. После принятия ванны нанесите бальзам на сухие мозоли или на сухую кожу пяток. Через несколько таких процедур проблемные места станут значительно мягче. Натирайте бальзамом щеку со стороны больного зуба. Для большего эффекта намажьте также мочки ушей и помассируйте их. Но у этого потрясающего бальзама все-таки имеется противопоказание. И прежде всего, это индивидуальная непереносимость компонентов. Поэтому перед первым применением звездочки проведите тест на аллергию, нанеся небольшое количество средства на сгиб локтя или тыльную сторону запястья и понаблюдайте за реакцией. Используя звездочку, проследите, чтобы она не попала в глаза, на слизистые и в открытые раны. Если это все-таки случилось, сразу же промойте пострадавшее место большим количеством воды. И ни в коем случае не наносите слишком много бальзама. Вы можете получить ожог, ведь все хорошо в меру.
Если я забыла рассказать о каком-либо волшебном свойстве бальзама «Золотая звезда», обязательно пишите в комментариях, а также делитесь своим опытом использования этого удивительного средства. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал «Позитив ММ». Пока-пока, до новых встреч!